thank you Письмо 276. Объяснение слов Псалма. «Уста моя возглаголют премудрость и поучение сердца моего разум. О страхе Божием, как начале спасения». Братья о Господе, и сестры, и матери! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! милосердием и долготерпением Божиим, еще сподобляемся встретить всерадостный и светлый праздник Воскресения Христова, с которым всех вас поздравляю и сердечно желаю вам провести сие великое христианское торжество в мире радости и утешении духовном. По обычаю своему для пользы душевной предлагаю на рассмотрение псаломские слова – «Уста моя возглаголют премудрость, и поучение сердца моего разум» — Псалом 48. Слова эти повторяет Святая Церковь преимущественно в празднике святителей, на службах их, но они равно относятся и ко всякому истинному христианину. Всякий благочестивый христианин обязан устами говорить о премудрости Божией, а сердцем поучаться в благих размышлениях и в благих разумениях. Что такое премудрость Божия? Премудрость Божия есть, во-первых, сам Сын Божий. Премудрость Божия есть, во-первых, сам Сын Божий, воплотившийся от Пресвятой Девы и нашего ради спасения пострадавший и тридневно воскресший. Во-вторых, премудрость Божия есть все то, о чем говорится в Святом Евангелии и во всем Священном Писании и Писаниях Святоотеческих о спасении душ христианских. Сказано еще в Ветхом Завете, что начало премудрости есть страх Господень, разум же благ всем творящим Его, то есть всем живущим по страху Божию, дается благой разум духовный. Книга притчей Соломона, глава 1, стих 7. Святой Исаак Сирин пишет. «Положи в основание в житии твоем страх Божий, и в нескольких днях обрящешься во вратах царствия. А живущий без страха, как говорит Петр Дамаскин, хотя бы жительствовал на небеси, нисколько не воспользуются, как Адам и дьявол. Когда кто начинает забывать страх Божий, не подражая святому Давиду, глаголющему «предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мне есть, да не подвижуся» — Псалом 15. Тогда такой человек помрачается и начинает устами произнословить судить и осуждать, злословить и уничижать ближних, и сердцем поучаться в помыслах плотских, нечистых. И если он скоро не опомнится, то дойдет и до худых дел, называемых дьявольскими, потому что, по слову апостола, из первого дьявол согрешает, внушая грешное человеку-христианину. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 8. Такие-то дела пришел на землю разрушить Сын Божий, нас ради пострадавший и умерший на кресте и тридневно воскресший. Может быть, кто-нибудь скажет, неужели нельзя уже говорить ни о чем житейском, кроме одного душевного спасения? О всем можно говорить, только с сознанием и благодарным памятованием, что Господь по благости и милосердию Своему создал для человека всю Вселенную, землю сотворил для временного его пребывания на ней и вместе испытания его воли, к чему она склонна, к добру или злу, а небо для вечного блаженства достойных и не противящихся Слову Божию и покаявшихся. Только одни непокорные Слову Божию и нераскаянные грешники идут в огонь вечный, уготованные не людям, а дьяволу и ангелам его. Люди же как бы добровольно идут туда. Также, если взираем на солнце, должны помышлять с благодарным памятованием, что и оно создано для человека освещать и согревать землю, на которой живем. Если видим дождь идущий, то должны помышлять, что через него уточняются засеянные хлебные нивы и другие произрастения, которые доставляют нам питание. Если вкушаем пищу и питье, то должны благодарно помышлять, что в настоящей временной жизни без этого не можем и существовать. Если находимся в благополучии и благоденствии, то должны помышлять с благодарным чувством, что Господь посылает это не по нашему достоинству, а по благости своей и милосердию. Если постигает нас болезнь или какое-либо бедствие, должно помышлять, что это послал нам Господь за грехи наши для нашего вразумления и поправления. Если так будем расположены внутренно в душе нашей, и так поступать согласно Сим и наружно, тогда будем благонадежны, что нас ради пострадавшей и тридневно воскресшей Господь наш Иисус Христос, не оставит нас милосердием Своим ни всей, ни в будущей жизни. Аминь. Март 1890 года Письмо 277. Объяснение слов псалма «Еда забудет ущедрите Бог» или «удержит в огневе своем щедроты свои» о милосердии Божией. Братья о Господе и сестры и матери. Приближается великий христианский праздник Рождества по плоти Господа нашего Иисуса Христа – Поздравляю вас с всем знаменательным христианским торжеством и сердечно желаю вам встретить и провести оное в мире и утешении духовном. По обычаю своему, для пользы душевной, предлагаю на рассмотрение псаломские слова. «Еда забудет ущедрить и Бог, или удержит в гневе своем щедроты своя» Псалом 76. -й. Многие из христиан и верующих по слабости человеческой и малодушию своему, особенно в скорбях и болезнях, имеют обычай нередко говорить «забыл меня Бог или нас». Вот святой Давид за это и упрекает нас псаломскими словами. «Еда забудет ущедрите и Бог, или удержит в гневе своем щедроты своя». Слова эти показывают, что изливает щедроты свои на создание свое не только тогда, когда люди ведут себя как следует, но и тогда, когда они прогневляют Господа, как сказано в Евангелии, что Всеблагий Господь по милосердию Своему солнцем Своим сияет на злые и благие и дождит на праведные и неправедные. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. Сам Господь через другого пророка глаголит к созданию своему. «Скорее жена забудет исчадие свое, аз же не забуду тебе». Книга пророка Исаии, глава 49, стих 15. Ошибка и заблуждение человечества – происходит от того, что мы не понимаем, как следует намерение Божие и волю Божию о нас. Господь по благости Своей и милосердию Своему хочет даровать нам вечное блаженство на небе, в Царстве Небесном, а мы по слепоте Своей более желаем, ищем счастья и благополучия временного на земле. Вот Господь по благости Своей и по любви к роду человеческому и вразумляет нас разными скорбями и болезнями и другими бедствиями, как свидетельствует апостол. Его же Бо любит Господь, наказует, бьет же всякого сына, Его же приемлет. Аще же без наказания есте, уба прелюбодейчище есте, а не сынове. Послание к евреям, глава 12, стихи 6 и 8. «Немало между нами и таких, которые хотят и вечное блаженство получить в Царстве Небесном, и вместе желают и временное иметь счастье, и полное благополучие. Но это невозможно, как объявляется в Слове Божьем. Многими скорбми подобает нам в нити в Царствие Божие. Деяние, глава 14, стих 22. И что наследие со Христом получают только те, которые Христа ради на земле переносят различные скорби и страдания, как свидетельствует апостол. Аще с Ним, то есть со Христом, страждем, да и с Ним прославимся. Послание к римлянам, глава 8, стих 17. Когда же в скорбях наших и болезнях будем малодушествовать и роптать на Бога и на людей и на участь свою? В таком случае не прославимся, но и осудимся. Постараемся же исправиться, хотя не делами, но, по крайней мере, душевным и мысленным расположением, как говорит Иоанн Лесточник. Не постихся, не бдех, не на земли легах но смирихся и спасемя Господь. И другой святой, Исаак Сирин, говорит, «Смирение и бездел прощает многие согрешения, а дела без смирения бесполезны. Ради нашего спасения, рождейся от Девы Господь наш Иисус Христос, да вразумит нас всех на полезное и спасительное. Аминь. Декабрь 1890 года. Письмо 278. Объяснение слов святого Давида. Благости и наказанию и разуму научимя. От чего рождается любовь? Братья о Господе и сестры и матери поздравляю вас со светлым праздником Воскресения Христова и приветствую всех вас радостным христианским приветствием. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! По великому значению своему, светлый праздник Воскресения называется праздником праздников, торжеством торжеств христианских, Пасхою Христовую которая означает приведение от смерти к жизни и от земли к небеси. В этот праздник обрадованные христиане братски приветствуют друг друга, воскресением прощая все и ненавидящим их. По обычаю своему, для пользы душевной, предлагаю на рассмотрение псаломские слова, которыми молился святой Давид Богу. «Благости и наказанию и разуму научимя» Псалом 118. Если святой Давид, будучи пророк, имел нужду молиться Богу о даровании ему означенных качеств, то тем более всякому христианину, человеку обыкновенному, необходимо заботиться о приобретении этих качеств, молясь Богу о помощи свыше. «Благости научимя». Благости милосердия есть главная часть любви, а любовь есть главная добродетель и заповедь, как сказано в Евангелии. Возлюбившие Господа Бога твоего от всея души твоей, а ближнего яко сам себе». Евангелие от Луки, глава 10, стих 27. На сих двух заповедях, Весь закон и пророцы висят. Евангелие от Матфея, глава 22 стих 40. Любовь рождается от веры и страха Божия, возрастает и укрепляется надеждою, приходит в совершенство благостью и милосердием, которыми выражается подражание Богу, как сказано в Евангелии. Будете милосердии! яко же Отец ваш Небесный милосерд есть». Евангелие от Луки, глава 6, стих 36. И еще сказано в Евангелии «Милости хочу, а не жертвы». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. «Милость и снисхождение к ближнему и прощение недостатков его. Выше жертвы, которая не принимается без мира к ближним, по слову Евангелия. «Аще уба принесеши дар твой ко алтарю, и ту поменеши, яко брат твой имать нечто натя. Остави ту дар твой пред алтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 23 и 24. Любовь к Богу доказывается любовью и милосердием к ближним, а милосердие, милость и снисхождение к ближнему и прощение недостатков его приобретаются через смирение и самоукорение, когда во всех скорбных и неприятных случаях будем возлагать вину на себя, а не на других, что мы не умели поступить как следует от того произошла неприятность и скорбь. И если так будем рассуждать, то менее будем огорчаться и предаваться гневу, который правды Божией не соделывает. Послание Иакова, глава 1, стих 20. Страшные слова апостола Иоанна. «Не любяй брата, то есть всякого ближнего, пребывает в смерти» и в отме ходят, и невесть кама идет, а ненавидей брата человеку убийцы есть. Первое послание Иоанна, глава 3, стихи 14 и 15, глава 2, стих 11. Наказанию научимя. В славянском наречии слово «наказание» означает «душеполезное наставление», как деятельно проходить путь добродетели в страхе Божием, согласно заповедям Божиим и постановлениям Церкви. Еще в Ветхом Завете сказано «Сын ненаказанный, скорбь отцу и печаль матери» Книга притчи Соломона, глава 10, стих 1. То есть «сын ненаставленный в страхе Божием и законе Господнем». В настоящее время многие родители детей своих учат многому, часто ненужному и неполезному, но не родят о том, чтобы наставлять детей страху Божию и исполнению заповедей Божиих и соблюдению постановлений Единой Соборной Апостольской Церкви, отчего дети большую частью бывают непокорны и непочтительны к родителям и для себя, и для Отечества непотребны, иногда и зловредны. Разуму научи мя, то есть разуму истинному и правильному. В Священном Писании сказано «Взыщите разума, да поживите и исправите разум в ведении». Книга притчи Соломона, глава 9, стих 6 то есть старайтесь разуметь Священное Писание не кое-как и как вам вздумается, а разуметь как следует, правильно и истинно. Доказательством тому служит то, что все народы читают одно Евангелие, а разумеют различно. Не одинаково понимают православные и католики, иначе понимают армяне, копты и ариане иначе реформаты и лютеране и подобные им. Такое различие происходит от того, что не все обращают должное внимание на значение евангельских слов самого Господа. «Шедше, уба научите вся языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие их блюсти вся елика заповедах вам». Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19 и 20. Одна православная церковь принимает Писание Ветхое и Новое все вполне, а несогласные с православной церковью принимают по выбору из Писания только те места, которые им нравятся. И за это причисляются к еретикам, потому что слово «еретик» происходит от греческого слова «эреу», выбираю. О таких людях апостол Павел пишет так. «Еретика человека, по первым и вторым наказании отрицайся, ведай, яко развратися таковы, и согрешает, и есть сама осужден». Послание к Титу, глава 3, стихи 10 и 11. «Подобно Давиду будем молиться и мы, чтобы Господь, ими же весть судьбами, помог нам научиться благости и милосердию и наказанию душеполезному и разуму истинному, без которых сомнительно и ненадежно вечное наше спасение, если не прибегнем в покаянии со смирением к пострадавшему за нас и умершему на кресте и тридневно воскресшему Господу нашему Иисусу Христу, которому подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Духом во веки веков. Аминь. Апрель 1891 года. Письма к отдельным лицам письмо 279. Необходимо достигать христианской мудрости. Письма с 279 по 297 написаны к одному лицу. Поздравляю вас со днем вашего ангела. Усердно желаю вам, чтобы за молитвой святой мученицы Софии по имени вашему так убыло и житие ваше. София значит «премудрость». Оставив премудрость мирскую, выписываю для вас, что говорит о премудрости христианской, святой апостол Иаков. Я же, свыше премудрость, пишет он, первые уба чиста есть, потом же мирно, кратка, благопокорлива, исполн милости и плодов благих, несумненно и нелицемерно. Послание Иакова, глава 3 стих 17 хоть и не кстати, выпишу и то, что говорится выше. Аще же зависть горьку имати и рвение в сердцах ваших. Несть сия премудрость свыше нисходящей, но земно, душевно. Стихи 14 и 15. А далее, что следует, лучше умолчу. Софии честные священнейшие ветви, вера и надежда и любовь, сердечно желаю вам за молитвы блаженного старца отца Игумена Антония утверждаться в всех главных христианских добродетелях и, уклонясь от всего противного, исполняться поименованных святым апостолом благих плодов премудрости «Я же свыше». 1861 год. Письмо 280 Мудрость христианская состоит в том, чтобы во время искушений хранить веру в Господа. Если когда-либо, то особенно теперь тебе нужно поучаться в евангельском слове Господнем. «Будете уба мудри, яко змея, и цели, яко голуби. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. По смыслу божественных толковников, Мудрость змеи состоит в том, что когда наносят удары телу ее, она всячески старается укрывать главу свою. Так и всякий христианин при нанесении ему скорбных ударов со стороны должен блюсти главу свою духовную, то есть веру и в Господа, и в Его евангельское учение, которое возвещает всем, хотящим спастися, тесный и прискорбный путь. Но теснота это и прискорбие скоро приходящее, а воздаяние за них в будущей жизни нескончаемо и райским наслаждением, и необъяснимую радостью, посказанному. Их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог любящим Его. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Все это непрестанно должно обносить в уме и в сердце и в памяти, чтобы быть в состоянии мудрую борьбу со страстьми и неприятностями совне, растворять незлобием голубиным, повторяя себе те же слова, какие изрек на подобные случаи «Искупитель наш и Избавитель к Богу Отцу». «Остави им грех сей, не ведят бы, что творят». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. Письмо 281. Благочестно живущие должны терпеть скорби от врага ради будущего блаженства. София, мужайся, и докрепится сердце твое. Помни всегда и никогда не забывай – что хотящие благочестно жить и гоними будут. Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 12. От кого же? Разумеется, прежде всего от своих, которых враг вооружает, чтобы отвратить от пути благочестия, благоизволивших о нем идти. Но хотя и тяжелы скорби, оскорбления, а зато сладок край, и приятно воном наслаждение вечное. Мир тебе и благословение Божие, и всякое утверждение в добром. Пищу вкушай, смотря по голоду, а не потому, как смотреть будут. 1867 год Письмо 282 Более всего надо достигать любви христианской. Приближается 27 июля, память святого великомученика Пантелеимона. Помни, что Пантелеимон значит «всемилующий», и, елико возможно, направляйся к тому, чтобы держаться любви, которая, по словам апостола Павла, «долго терпит, милосердствует, не завидит, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своих си» не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же о истине. Вся любит, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 4 по 7. О, если бы всеблагий Господь помог всем нам за молитвы святого великомученика Пантелеимона стяжать сию добродетель, которая, по словам того же апостола, больше всех других добродетелей, и не же отпадает, и без которой человек, як медь звенящий или кимвал звецаей. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 1. Письмо 283. Духовное утешение подается за молитвы о живых и умерших пишешь мне о получаемом тобою утешении о Господе. Искренне желаю, чтобы продолжалось это утешение ради усердного памятования и поминовения отшедших и живых. Знаю, что на все это понуждаешься и ревнуешь, потому и пишу это к ободрению твоему среди сопротивляющихся. В ошибках же покаемся». Письмо 284. Молитва против помыслов немощных. Против помыслов немощных молись Господу, от тайных моих очисти мя и прочее, Псалом 18, и будешь получать облегчение и врачевание за молитвы почившего отца Игумена Антония. Письмо 285 должно мужественно бороться с душевными недугами. стоить и унывать не следует, а возбуждать себя к духовной борьбе благопотребно, убеждая душу свою, что она невеста Христова. Жени же ее небесный всевидец есть и сердцеведец, и зело ревнитель против тайного зла, глаголя в Евангелии и же любит отца или матерь пачи мне, несть меня достоин». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. «Тогда как их почитать заповедует». Впрочем, кто искренно и смиренно исповедует ему немощь свою, прося помощи и исцеления от своего внутреннего недуга, к тому он милостиво преклоняется, и бывает врач души его и тела, в свое время, якожи весть. Посему усердно и смиренно Да прибегаем ко Господу, Читая Кандак расслабленного В его неделю положенный. 1868 год Письмо 286. Бодрость от единения с Господом, Уныние от тщеславия. Помнишь слова «Прилепляяся же господеви, един есть Дух с Господем»? Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. Относятся к тому, чтобы быть осторожну против неуместной дремоты и зевания. Еже бывает от уныния, по сказанному «Воздрема душа моя от уныния» Псалом 118. Уныние бывает от того, что не презрели мы еще тщетной славы и дорожим мнением человеческим, или хоть не дорожим, а не отвергли еще его. Письмо 287. Уныние от дьявола. «Мужайся, и докрепится сердце твое с помощью Божией, противу уныния и безотчетной печали, которыми враг рода человеческого тайно борет хотящих приблизиться к Господу. Помни и всячески старайся не забывать слово Его. Претерпевый же до конца, той спасен будет. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. 1869 год. Письмо 288 угождение самолюбию – вторая смерть. Воздвизай дух твой на подвиг противу многоразличных и неисчислимых борений вражиих. Особенно же мнящихся быть и приятными самолюбию нашему. В них же тайно сокрыта смерть вторая. От ней же да избавит нас Всеблагий Господь, всесильную Своею помощью – за молитвы отцов наших. Мир тебе. Письмо 289. О страхе Божием и о необходимости немедленного покаяния. Господь да простит тебе немощи твоей душевные, о них же пишешь, и да утвердит на будущее время, не соглашайтесь со внушениями вражиями, я же вреждаю душу и обременяю совесть, удаляя нас от распеншегося за нас. Во всякое время додержимся страха Божия, и страх Божий сохранит нас от всякого зла, тайного и явного, если тотчас же будем прибегать к Богу с покаянием, и потом в свое время исповедать это и духовному Отцу. Всякому заботящемуся о своем спасении – Господь скорый есть помощник во всякое время, то, чью да не неродим о себе и о совести нашей. Мир тебе! Письмо 290. Искус полезен. Искус – вещь хорошая и самая полезная. Бывших во искусе и апостол похваляет глаголя искушены быше, скитающиеся, лишены, скорбящие, озлоблены. Послание к евреям, глава 11, стих 37. В заключение прибавляет «Их же небе достоин весь мир», стих 38. Если и такие не избегли скорбных искушений ради пользы их душевной, то нам, немощным, никак не следует отрекаться и избегать душеполезных искусов. Письмо 291. Сознание своей немощи, самоукорение и терпение – три ступени к смирению. В прошлый раз, поздравляя тебя со днем твоего рождения, помнится, желал тебе духовного возрождения. Теперь же, поздравляя тебя с сим, сердечно желаю тебе духовного восхождения приличными и законными степенями. От них же первое и самое главное – есть познание глубокой нашей немощи, душевной и телесной. Вторая законная степень – есть самоукорение, то есть во всяком неприятном и прискорбном случае обвинение себя, а не других третья степень – благодарное терпение встречающихся и постигающих нас скорбных искушений. От сих трех степеней изрождается четвертое – начало смирения. Если первые три были растворяемы верою и молитвенным расположением и обращением ко Господу, по предписанным правилам Церкви Православной и наставлениям святых отцов – которые опытом прошли духовную жизнь и показали нам стези спасения. Впрочем, скажу проще. Когда по ступеням, когда просто по ровному или неровному пространству, а всегда надо стараться ходить во смирении, согласно заповедям Господним. Господи, помози нам! Господи, укрепи немощь нашу! и отврати очи наши от суеты и всего неполезного. Письмо 292. Кратчайший путь ко Христу – носить тяготы друг друга. Напишу искреннее благожелание идти кратчайшим путем христианским, им же разумные достигают лицезрения Христова а неразумные, презирая он и, лишаются всего. Святой апостол Павел в послании к евреям пишет «Мир имейте и святыню со всеми, без них же никто же узрит Господа». Глава 12, стих 14. А как достигается не только мир, но и исполняется закон Христов, тот же апостол указывает краткую стезю, говоря в другом месте. «Друг друга тяготы носите, и так у исполните закон Христов». Послание к Галатам, глава 6, стих 2. Письмо 293. Главные препятствия к усвоению святости – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Как же нам исполнить заповедь, о которой нам сам Бог говорит, заповедая «Будете святи, яко свят есмь аз» Левит, глава 11, стих 44. Нужно узнать причины и опасные поводы к нарушению сей заповеди и постараться удалять от себя оные. Преподобный Марк Подвижник говорит в своем законе духовном корень похоти, любление похвалы и славы человеческой. Усиливается же похоть, как говорят другие святые отцы, когда человек любит покой телесный, в пище, питии и сне, и особенно, когда не хранит своих очей от предметов соблазняющих. Узнавши это, с помощью Божией постараемся, елика будет силы нашей, истреблять не только злые ветви, но и самый корень, чтобы по возможности достигнуть освящения душевного и телесного. Его же требует от нас Господь глаголя через апостола. «Прославите уба Бога в телесех ваших и в душах ваших, я же суть Божия, мир тебе». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 20. Письмо 294. Христианская мудрость требует искоренения ветхого человека. Мир Чадсу Софии Наступает 17 сентября. Память мудрой Софии с чады, тоже мудрыми. Поздравляю тебя и сердечно желаю проводить житие свое по имени Твоему, да во причастницах будешь мудрых дев. Посему, почися всею силою, призывая и помощь Божию, о том, чтобы не только отсекать прозебающие отрасли ветхого человека, но и искоренить их, дабы более не произникали, как научает святой Пророк Давид. Прозебоша и проникоша все делающие беззаконие, якодопотребятся в век века. Псалом 91. Буди Буди. 1870 год. Письмо 295. Серьезная болезнь серьезнее обращает к Богу. Слава и благодарение Господу за то, что послал тебе облегчение от серьезной болезни. И избывается на нас псаломское слово «Наказуя, наказами Господь, смерти же не Псалом 117. Когда посылается нам серьезная болезнь, то мы посерьезнее и рассуждаем о себе и о наших обстоятельствах, и искренне прибегаем в молениях наших ко врачу души телес, к единому всеведущему и всемогущему, и вместе всеблагому и премудрому, и же хочет всем спастися, и в разум истины прийти. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 4. Письмо 296. Духовное возрождение начинается освобождением от страстей, а завершается прохождением добродетелей. Поздравляю тебя с нынешним днем твоего рождения и молитв ради святого страстотерпца и целебника Пантелеимона сердечно желаю тебе духовного возрождения. Хотя я и прежде писал тебе это слово, но и опять повторяю тоже, и пока буду жив, буду повторять, потому что в этом кратком слове много, очень много содержится. Кто возродится духовно, тот и от страстей исцеляется» и делается способным проходить великие телесные и душевные добродетели. На нынешний год желаю тебе пока хоть первого, то есть освобождения от страстей, а на будущее пожелаю и второго, то есть прохождения великих добродетелей. 1872 год. Письмо 297 чадцами Христовыми именуются те, в коих вообразился Христос. Значение слов «чада» и «чадцы». Ты желаешь знать различия между чадом и чадцем. Чадцами апостол называет тех, в коих еще не вообразился Христос, понесший бесстрастно заплевание и заушение и всякий вид уничижения. Кто желает называться чадом Христовым, тот должен терпеливо и безропотно понести все то, что понес Христос, и должен искренно молиться за обидящих, как он молился за распинающих. Мир тебе! Письмо 298. О сожительнице, об игуменстве над собою, о твердом разуме. С 298 по 349 письма общие к монахиням Н и Н.Б. и порознь каждый. Мать Н. Касательно М.В. ничего не могу сказать, потому что сам ее не знаю, а знающие ее М.Н. в Троекурове, а сестра твоя лежит больная в Белеве. Впрочем, все-таки думаю, что вы едва ли сойдетесь с нею. Она, как ты пишешь, под руководством не жила, а ты под руководством не ужилась. Поэтому не мудрено, что вы обе будете настойчивы в своих понятиях и привычках. Относительно игуменства. Благословляю тебе быть игуменей над самою собой и над своими дурными привычками, а остального благословить тебе не могу, потому что это начинание не только не может быть полезно, но и опасно. Живи и старайся наживать ум да разум, не кое-какой, а отдельный, основательный, монашеский, не упрямый, а твердый. И во внешнем по приходу держи расход, и о себе суди по тому, что ты делаешь, а не по тому, что ты думаешь. Надумать можно многое, но недостаток в исполнении обличает нас. В прежнем письме писал ты мне, что имеешь к одному лицу залог несближения. Вперед называй всякую вещь своим именем. Проще и примей сказать, ты имела залог по метазлобе, доходящей до ненависти. Зачем безобразие страстей прикрывать благовидными именами? Умудряйся во спасении и прежде всего никого не вини. 1863 год. Письмо 299. -е. О наставнице, как стяжать разум духовный, о молитве Иисусовой, о том, что грешнику полезнее вспоминать ад, нежели рай. Ты желала бы иметь в своем месте такую наставницу, которая могла бы в борении помыслов относиться. Но я не знаю, кого бы тебе назначить, кто бы была тебе угодна и полезна. К отцу Илеодору в Глинскую пустынь можешь писать и можешь принимать его мнения и советы. Остальных же, коих мнение все в рознь, сама видишь, что принимать нельзя». Ездить в глинскую пустынь погоди, посиди дома и посмотри, что и как будет с тобою и что с другими. Спрашиваешь меня, каким образом можешь достигнуть того, чтобы нажить разум духовный, твердый. Смирением, страхом Божиим, хранением совести и терпением находящих скорбей. Еще спрашиваешь, отчего в душе твоей такой мрак. Кроме других причин, от того, что, имевши старицу, ты не хотела покоряться ей, и даже противилась, грубила и досаждала ей. А все это, как ты сама сознаешь, плоды гордости. Ты пишешь, что много спишь, и в отношении пищи делаешь себе снисхождение. Сознавая все мнемощь свою, укоряй себя и удерживайся, по крайней мере, от осуждения людей. Иисусову молитву можешь употреблять, особенно при борении дурных помыслов, но только устно. А вместо ее иногда и «Боже, милости в буди мне грешной». Лучше и эту молитву, чем ничего. Еще пишешь, что, стоя в церкви, однажды возымело сильное желание войти в Царство Небесное и насладиться пением ангелов. Это тебе по твоему устроению не может быть полезно, а скорее противное всему. В Потерике рассказывается об одном старце, который, сознавая себя грешным, каждое утро, как проснется, сходил умом грешником в ад – помышляя о тамошних муках, о вечном томлении, о скрежете зубов и так далее, и молился о избавлении от он их. И другие старцы признали делание сего старца наиболее полезным и надежным. В третий раз в письме этом говорю о старице, в которой ты теперь чувствуешь нужду, а когда имела ее, тогда не сознавала потребности в ней. Всегда так бывает. Когда обладаем добром, то его не ценим. А теперь по пословице. Посиди у моря, подожди погоды. Умнее и смиреннее будешь. Письмо трехсотое. Гордый ученик должен искать старца строгого. За отсутствием старца руководствоваться заповедями евангельскими. Страстным уединение вредно. Ты жалуешься на свое одиночество и желаешь теперь воспользоваться отношением какой-нибудь старицы, чего прежде не хотела понять и оценить, имея близ себя старицу по благословению покойного отца Макари. Ты, может быть, скажешь в свое оправдание, что она была строга. Но я тебе на это противопоставлю слова святого лествичника. Он говорит, кто склонен к гордости и самочинию, или, как говорят другие отцы, имеет выю непреклоняющуюся и волю непокоряющуюся, тот должен избрать себе наставника строгого и непопустительного. Тебе многократно было говорено – покорись и получишь пользу душевную. Но ты прибыла непреклонно и даже, наконец, сопротивлялась наставнице с досаждением и негодованием. Вот теперь поневоле пришлось вкушать от горьких плодов самоверия и непокоривого разумения. Сбывается на нас слово апостола. «Мница, видите что, не учто то разуме, якоже подобает». Первое послание к Коринфянам, глава 8 стих 2. И слово опытных. Своя воля и учит, и мучит. Сперва помучит, а потом чему-нибудь и научит. Ты прежде не хотела покоряться и как должна относиться к дельной и благословенной наставнице, а теперь нужда научила и возбудила в тебе желание относиться хоть к какой-нибудь старице или иметь собеседником дельную сестру. Вещь эта в настоящее время очень мудреная. Ты указываешь на старушку игуменью Я ее не знаю, а слышал, что она могла бы приносить другим пользу, если бы обстановка и положение ее были другие, а при этом неудобстве – неудобные духовные отношения. Сама это рассмотри на месте – и потолкуй с теми, кто понимает дело. Мне жаль тебя, очень жаль, а положительно и утвердительно сказать ничего не могу касательно духовного отношения. Пока найдешь это отношение, руководись заповедями евангельскими. На них опираясь, смотри, что делается внутри тебя, и не ретись нерассудно на одно внешнее уединение которая в страстном может питать самомнение, гневливость и осуждение других. Обращай на эти признаки твое внимание и понуждайся обучать себя самоукорению, во всяком случае возлагая вину на себя, а не на других. Помни всегда отеческое слово. Келия высит, а люди искушают. Потому-то немощному и страстному и полезно прежде протереться между людьми, да научиться смиряться и не порицать других. Письмо 301. Полезно сидеть в келии. Нужно обуздывать язык. Самомнение и самоверие при неочищенном сердце пагубны мать Н и мать Н. Что-то не возвещается грешной душе моей, чтобы вам ехать в Киев нынешним летом. Не лучше ли оставить поездку эту до весны? Из писем ваших видно, что неудачно была ваша первая поездка. Что же будет, если неудачно будет и вторая? Неудача показывает, что нам надо посидеть в келии до времени и обсидеться, и осмотреться, и сообразиться с своими делами и помыслами. Сказано в Писании, «Ащий дух владеющего взыдет на тебя, место твоего не остави». Екклесиаст, глава 10, стих 4. Дух владеющего значит искушающего. Искушение находит, а мы не искусны в борьбе, и особенно слабый на язык, что в голову придет, то и толкуем. Растревожит наше самолюбие, и мы выводим наружу такие вещи, которые говорены были собственно для пользы нашей, к нашему вразумлению и разъяснению дела, которого мы не хотели понять по нашему обычному самоверию и близорукости. Последние слова обращаю к тебе, Матин. Просто и вкратце должен я сказать, что не знаю, как с тобой обращаться. Если молчу, то дожидаю, чтобы ты сама объяснила, как должно, свои обстоятельства и свое душевное состояние. Но ты, объясняя многое, не объясняешь главной своей немощи. Брался было я сам объяснить тебе эту немощь, от которой происходят у тебя все твои путаницы. Но ты, не знаю почему, обращаешь это опять в повод к новым путаницам, не только для себя, но и для других. Думаю, что ты можешь понять, к чему и о чем говорится. Сказано в Писании «От словес Бо своих оправдишися и от словес своих осудишися». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 37. Если нас с тобою будут судить по словам болтливости, особенно по тем словам, от которых много произошло враждебных путаниц, то куда нам деваться? Хоть отныне покаемся и отныне доположим начало вести себя благоразумно и осторожно в отношении зловредной болтливости. Не вообще брат Божий, святой апостол Иаков, написал, Язык огонь, лепота неправды. Сиция и язык водворяются в аудях наших, скверня все тело, и поля кола рождения нашего. И поля кола рождения нашего, и опаляйся от гиены. Послание Иакова, глава 3, стих 6. Тем благословляем Бога и Отца, и тем клянем человеки, созданные по подобию Божию. Но ты скажешь, я никого не кляла и не кляну. А я тебе скажу, если внимательно испытаешь и без самооправдания Писание Божественное и Отеческое, то во многих местах найдешь, что бестолковая и бессмысленная болтовня объясняется или словом клеветы, или клятвы, как у святого апостола Иакова в сказанном выше месте прости, что тебе так резко пишу. Необходимость заставила прибегнуть к средству, о котором старинные люди говорят, клин клином выгоняется. И к этому прибавлю. Если положишь начало благое, благоразумного умалчивания о тех случаях и словах, которые не должно высказывать по причине могущей последовать путаницы, то я тогда попрошу прощения. Господь да помилует и да вразумит нас к душеполезному и да избавит от всего зловредного. Прежде же всего от самооправдания и особенно от самомнения и самоверия, которые заставляют нас высказывать свои понятия и разумения так положительно и утвердительно, как бы действительно было так, что мы разумеем и понимаем паче всех, могущих разумевать. Но если бы вместо самомнения хоть мало бы мы приблизились к смирению и самоукорению и к недоверию своему сердцу, потому что оно еще не очищено, тогда бы иначе стали думать и иначе говорить, особенно тогда, когда должно осторожно говорить и с рассуждением, и с бережением себя и других. Чтобы сказать разом все, повторю слова Писания, говоренные тебе лично. «Аще кто мнится, верен быть и в вас, и не обуздавает языка своего, но льстит сердце свое, сего суетно есть вера». Послание Иакова, глава 1, стих 26. «Всеблагий Господь да поможет мне и тебе и сестре твоей, и другим произволяющим разуметь и исполнить сказанное и сохраниться от душевредного языка боли. Письмо 302. Нужно держаться среднего пути спасения. Посылаю тебе, общей сестрой, последнюю часть писем покойного батюшки отца Макария, для духовного вашего назидания. В письме своем от 22 сентября просишь меня помолиться, чтобы тебе правильно совершать путь твоего спасения. От всей души желаю, чтобы ты не уклонялась ни на десную, ни на шую сторону, а шла путем средним, царским, который указан нам самим царем царей и Господом Господей, в животворных его заповедях, начиная с сих «Не гневайтесь, не осуждайте, изми первее бревно и зачесе твоего» Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 1 и 5, как он изрек сам, и так же, как учит через апостола своего. «Прежде всего, прилежно имейте любовь друг к другу» Первое послание Петра, глава 4, стих 8 жалуешься еще на то, что обленилась к чтению и молитве. Это тебе за то, что много разбираешь чужие дела и скоро делаешь заключение, хотя и не примечаешь всего и готова оправдываться, но бывает так. Спрашиваешь, с чего тебе начать, чтобы не прогневать Господа своим нерадением. Чтобы более не прогневлять Господа, надо начать с покаяния и с смирения, из совести пред Богом, который зрит и тайные наши мысли. Желаешь читать разные акафисты по усердию? Можешь читать, но с тем, чтобы при этом не мнеть о себе нечто и других не осуждать. А когда есть возношение и других осуждений, тогда не читай. К молитве Иисусовой старайся прибегать часто, во всякое время, также и в церкви, особенно если не слышно чтение, захождением и каждением. Письмо 303. Самочинное подвижничество опасно и душевредно. Найти совершенство без покаяния – самообман. «Писала ты мне, что прочитываешь до десяти кафизм псалтири в келии, кроме церковных служб, а со стороны слышу, что ты очень изнурилась. Напиши мне искренно тайное твое подвижничество, на которое ты не приняла благословений. А самочинное подвижничество и опасно, и душевредно. Если добро это, то зачем оно тайно от духовного отца? «Смотри, душа у тебя одна и ум один. Повредить то и другое опасно». А подсады вражей повсюду, разумеется, под видом добра и пользы душевной. Напиши мне искренно. Все таймитичное душевредно. Вижу, что ты попалась в сеть искания совершенства, забыв совершенство покаяния. Письмо 304. Одни правила и посты без соблюдения заповедей не спасут. О поездке в Киев мое мнение такое, что куда вам больным теперь ехать? Можно бы отложить до весны, посмотреть, какие тогда будут обстоятельства, и, сообразивши все, списаться. И мое мнение, если ехать, то обеим вместе ехать. Теперь же ехать одной с НВ, может быть, понуждает мысль мнимо подвижническая, по внушению противной стороны. Матин, прочти в четвертой части писем отца Макария письма с 91 по 99 на страницах 162-172 и хорошенько вникни в сказанное там. А письмо 98 на странице 171 прочтите обе вместе. На странице 18 опечатка «Волнение» должно читать «Во мнении». А что там сказано «не может быть никакой пользы», об этом не смущайтесь. Никакой не может быть пользы затягиваться на одних правилах и постах, как и сами можете теперь на себе видеть. Увидит одна у другой ночью свет в келии, и сама бух поклоны, а там может быть просто лампадка ярко разгорелась. И если только в этом будете соревновать друг другу, то действительно никакой не может быть пользы. Господь не сказал, аще хочешь и в нити в живот исполни правила, но аще ли хочешь и в нити в живот соблюди заповеди. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 17. «Негодование старших должно терпеть, считая это попущением Божиим, в наказании за наше возношение и самомнение, и особенно за сближение и толки с такими людьми, с которыми никак не следовало сближаться и толковать о чем-либо. Путающиеся обыкновенно путают и приближающихся к ним вперед наука. Что касается до слов хранения совести, это, разумеется, двояко. Есть хранение совести истинное, и есть другое глаголимое, то, чью о нем же и глаголют. Требование последнего — сохранять неудобно более первого. Разумейте, разумевающие. Письмо 305. Неразумные пристрастия приносят много зла. Мать Энн. Карточку глубокомысленную со многим огнем в глазах. Я бросил в печку. Там еще больше огня. Желаю, чтобы с тем вместе истребилось и ослепление твое. Тебя враг путает пристрастием, и ты не хочешь всего заметить и не хочешь в том сознаться. Самость и призорство Твое заставили Тебя принять человека в свою келью, которого начальствующие лица не приняли. А тщеславие Твое понудило подарить ему скатерти и серебряные ложки. Пристрастие же побудило отдать ему и благословение матери в золотой ризе образок. Есть ли тут смысл? Есть ли тут хоть капля здравого рассуждения? Сказано в Писании, Благословение родителей утверждает дом и чад, Серах, глава 3 стих 9. А ты отдала он, и кому же? Человеку, который в то же время пожелал в своих комнатах, иметь портрет женщины, сестры твоей. И как это покажется сестре, когда знакомые ваши увидят его в жилье духовного лица? Ко всему этому приложила и хитрость желая ему подарить, может и не так, свою карточку предоставляешь в извет брата своего, который оскорбил тебя и сестру. Также собиралась и ехать в Киев, должно быть, с примесью. Опомнись, осмотрись, сестра, и покайся, чтобы положить вперед твердое начало. Самоверие всему вина. Письмо 306. Самочинное и самонадеянное испытание пагубно. Сестра о Господе, мать Н. Господь да простит тебе испытание, описанное от 12 октября, и да утвердит осторожностью на будущее время от сетей прелести вражей, грубой и тончайшей. От Духа Святаго в псалмах Страшное о сем написано слово Исчезоша, испытающие испытания, Псалом 63. Поэтому прошу тебя, берегись вперед, чтобы не подвергнуться сказанному исчезновению, чтобы не подвергнуться сказанному исчезновению, самочинным и самонадеянным испытаниям, каким бы то ни было, от вражьего подущения и наругания. Сперва лучше исполнить благословенное. Письмо 307. Положим начало исправлению. В прошлом письме писал к тебе жестокое слово, а теперь ради дня твоего ангела хотел было написать тебе слово мягкое, но из-под языка так и выскакивают слова на прежний лад. Уж зело ты ожесточило путать. Пророк Елисей ожесточил просить сугубой благодати и зато был похвален. Мы же зело ожесточились, уклоняйтесь на шуюю сторону под благовидными предлогами, работая тонкому чувству самолюбия и самооправдания. Но отныне положим начало исправлению» и ангел-хранитель да сохранит нас от всего зловредного для себя и для других. 1865 год. Письмо 308. Не должно вступаться ни в свои дела. Сестра о Господе, Матен. Давно я недоумеваю касательно твоих отношений к нашей худости. Иногда пишешь мне о некоторых вещах, о чем тебе вздумается, или что нравится или не нравится. Спрашиваешь кое о чем относительно келейного твоего моления. Но презираешь то, что я тебе писал неоднократно, относительно исполнения животворных евангельских заповедей Господних. И вообще поступаешь и действуешь так, как тебе вздумается и как захочется или, как указывает твое самолюбие и привычка действовать самочинно, самонадеянно и самосовестно, нисколько не рассуждая, так ли это или не так, согласно ли с учением евангельским и отеческим или не согласно. Для тебя как будто все равно. Особенно ты меня удивила последним своим письмом. После многих неправильных и несообразных действий После таких путаниц, которыми ты смущала не только чужих, но и своих, ты не нашла ни малейшей причины обвинить или укорить себя. А винишь, порицаешь и укоряешь других, и даже порицаешь самую монастырскую жизнь с каким-то нерассудным и необдуманным раскаянием. Тебе много раз было писано с сестрою, чтобы вы внимали только себе — держались своей кельи и никак не входили в то, что до вас не касается. Но ты, как бы вопреки всему этому, лезла и путалась не в свое дело и решилась на такие предприятия, которые выше тебя и выше всех тебя окружающих. Где недоумевали владыки и архипастыри, ты нерассудно и самонадеянно дерзала устраивать судьбу начальниц — забывая слово всесильного Бога, глаголющего «Мною цари и царствуют, и сильнее пишут правду» Книга притчи Соломона, глава 8, стих 15. «Ты кто такая, что решилась, вопреки мановению промысла Божия, уставлять свою правду? Лучше бы было оставить то, что выше нас, и заняться тем, что касается до нас самих, то есть стремиться к страху Божию, к хранению своей совести по Бозе, к смиренно мудрию и к самоукорению, без которого человек не может устоять в духовной жизни, а только понесет многие труды и скорби, плода же и мзды не достигнет. Все это пишу тебе не в первый раз и не принуждаю верить грешному моему слову но убеждаю поверить учению святых отцов и евангельскому слову самого Господа, глаголющего «Аще ли хочешь и в нити в живот, соблюди заповеди» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 17. И паки «Не всяк глаголиями «Господи, Господи» внидит в Царство Небесное, но творяй волю Отца Моего». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 21. Вник рассудительно в слова сии, и не надейся спастися одним исполнением келейных правил, без исполнения заповедей Божиих, из которых главная сия. Лицемери, изми первее бервно из-за твоего, и тогда узреши, изъяти сучец из-за брата твоего. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 5. То есть пагубнее всего осуждение и порицание ближних наших, происходящее от слепого самомнения и нерассудного возношения. От них же да избавит нас всеблагий Господь за молитвами почивших отцов наших. Помешали мне кончить письмо к тебе, а тут, кстати, от тебя получено еще письмо в котором я нашел дельное письмо мирской сестры вашей. Вот мирская женщина, а как прямо смотрит на вещи, и издали ясно видит то, что вблизи так смутно и превратно. И издали ясно видит то, что вблизи так смутно и превратно видели и понимали, особенно ты, ревновавшая по ослеплению или по неведению, как обличает тебя сестра в своем письме. Возвращаю тебе это дельное письмо, читай и перечитывай его, и вперед нерассудно не ревнуй, и не мешайся в дела, которые выше тебя и совсем до тебя не касаются. Внимай себе и своей душе, и своему спасению, и тут найдешь столько дела, что не будет возможности заниматься чужими делами. Вот я тебе предлагаю свое мнение и свое усердие, но не принуждаю и не убеждаю. Избирай сама, что хочешь. Сам Господь никого не принуждает, а только предлагает на добровольное избрание, глаголевый Евангелий. Аще ли хочешь и в нити в живот, аще хочешь и совершен быть, сотвори сие и сие. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 17 и 21. Впрочем, знай, что сии условные заповеди так обязательны, что если кто не захочет их исполнять, то не только не достигнет совершенства, но и не может наследовать блаженной жизни в будущем веке. А ведь мы пошли в монастырь не только для получения спасения, но и с мыслью достижения некоторого совершенства. 1866 год. Письмо 309. Болезнь от невнимания к себе и увлечения. Ты больна, а причину болезни едва ли понимаешь. Расстройство бывает от расстройства. Хотя и пишешь вообще об увлечении, но неясно умалчивая, как сама ты зажигала в дуброве своей огонь, не уклоняясь от поводов, а самовольно привлекая он и. Рассмотри себя хорошенько. Самой себя обманывать опасно. Дают тебе повод к рассмотрению себя. Не все путаться, пора и взяться за дело настоящим образом. Письмо 310. Неожиданная потеря здоровья от умолченной причины. Как обращаться с келейными? Наконец и от тебя получил письмо. Сожалею очень, что ты так больна и так слаба, что едва бродишь. Немало удивляюсь, как твое крепкое здоровье, утвержденное многими летами, вдруг изменилось так сильно поэтому советовал бы тебе поискать главных причин болезни, потому что в эти лета без особенных причин крепость телесная так скоро не изменяется. Отыскавший какую-либо причину, последовать словам апостола, который говорит «Все Бо являемое свет есть, и не только свет, но и врачевство исцеляющее». Послание к Ефесинам, глава 5, стих 13. Книга пророка Исаии, глава 58, стих 8. А напротив, по словам святого Лествичника, язвы умолченные нередко сотворяют смерть. Всеблагий Господь за молитвы почивших отцов наших, да вразумит нас на все полезное и душеполезное и спасительное относительно келейницы досаждающей, поступите, как найдете для вас спокойнее. Если рассудите и отпустите ее, то отпустите с потребным и нужным для нее. А тебе, Матен, вперед урок не упорствовать в самонравии, и не презирать благих советов относительно того, как держать келейных. Ты сперва, вопреки всякого совета, балуешь келейных по выбору и даешь им потачку, а потом вдруг и круто хочешь исправлять разбалованную. О принятии пострижения должно рассудить благоразумно и основательно, чтобы после не жалеть бесполезно, когда будет получить это невозможно. Письмо 311 о пострижении и согласовании внешнего с внутренним. Письма твои получаю, и на все вкратце скажу тебе. Прочти жития Симеона Юродивого, память 21 июля, и преподобного Алипия Столпника, память 26 ноября, и обрати внимание, что там говорится о пострижении хорошо позаботиться о внутреннем монашестве, но все-таки оно без внешнего не бывает, хотя внешнее без внутреннего и бывает. Ведь таинства православной церкви совершаются из сочетания внешнего со внутренними, так как человек состоит не из одной души, но и из тела. Хорошо внутренно приготовить себя к всему и не спешить, пока устроишься. Но так может рассуждать здоровый. Больному же надо позаботиться, чтобы не упустить времени. И если сам не позаботится, то никто навязывать ему не будет. Монашество принимается по собственному желанию. Даже когда бывает представление от начальства, то сперва спросят и подписку возьмут но потом в церкви опять спрашивают «Вольную ли ты волею пришел, Еси?» и так далее. Очень высоко будет дожидаться, пока сама Царица Небесная тебе предложит, что хочет постричь тебя. А следует, повторяю, тебе самой об этом подумать и позаботиться. Письмо 312 не должно отказываться от монашества по ложному смирению. Много писать сегодня некогда, а вкратце скажу тебе о пострижении, как я уже и писал тебе, что оно принимается по собственному произволению и желанию. Пишешь, что ты недостойна. Хорошо смиряться с толком, и если сознаешь свое недостоинство – то в других случаях и следует, сообразно с этим, вести себя и держаться смиренного образа мыслей и действования. Но по причине недостоинства своего не должно отказываться от принятия монашеского образа. Святой Иоанн Лествичник пишет, «Никто да не нарицает себя недостойно быть обета иноческого». Где находится велия гнилость, тамо и велия врачевания потребно есть. Здравие ибо врача не требуют и во врачебницу не приходят. Степень первая, отделение девятнадцатое. Если не желаешь принять пострижение, то зачем поступала и в монастырь? Впрочем, вольному воля, а спасенному рай. Но если и в болезни будешь отказываться от монашества, то рассуждение твое весьма ошибочно, и внушение это явно шуи из стороны. Письмо 313. Должно идти средним путем. Писаний от тебя много я получил, а досуга у меня мало, очень мало. На многое кратким словом отвечать неудобно. А, впрочем, скажу, чему уподобляется твоя жизнь. Уподобляется довольно глубокому рву, который в дождливое время наполняется так, что и переезду не бывает. В другое же время иссыхает так, что нисколько по нем не течет вода. Святыми же отцами – похваляется такая жизнь, которая проходит подобно малому ручейку, постоянно текущему и никогда не иссыхающему. Ручеек этот удобен, во-первых, к переходу, во-вторых, приятен и полезен всем проходящим, потому что вода его бывает пригодна для питья, так как тихо текущая и потому никогда не бывающая мутной. У тебя всегда было заметно стремление – только к исполнению молитвенного правила, а к исполнению заповедей Божиих, называемых от Господа малыми, у тебя не доставало и охоты, и усердия, и понуждения, и внимания. А первое без второго никогда не бывает прочно. Слова мои прими просто, а приложи к делу, прочитавши со вниманием посылаемую тебе книжку о покаянии и прежде всего старайся языку не давать воли, а потом и мысли. Сказано, язык лепота неправды, сквернит все кола рождения нашего, то есть всю текущую жизнь. Послание Иакова, глава 3, стих 6. Письмо 314. -е. Все пути Господни сводятся к двум – милости и истине. У тебя есть немощь – простой путь Господень – разветвлять на многие стези, тогда как и Священное Писание и самый опыт доказывают, что нужно упрощать евангельский путь жизни, меньшие заповеди и добродетели совокупляя в едины большие. Святой псалмопевец Давид говорит об этом так. «Все путие Господни – милость и истина» – Псалом 24. То есть всякий христианин, если будет ближнему оказывать всякую милость и всякое снисхождение в его недостатках, а от себя одного потребует всякой истины Божией, то этот христианин будет искусный исполнитель велений Божиих, многие пути Божии, совокупляя как бы только в две стези. И в Евангелии сказано «Аще хощите, да творят вам человецы, таку и вы творите им прежде. Себу есть закон и пророцы». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. «Се ныне время благоприятно», — говорит апостол. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 2. «Вот отныне и начнем многие стези и разветвления собирать в единообразный путь Господень, как сказано выше. Это средство тем хорошо, что человеку-христианину дает возможность успокоиться, чего человек не достигает, если решится на многие стези, раздробляя и разветвляя простой путь Божий. Когда же человек успокоится, тогда он способен, бывает, направляться к исполнению всех заповедей Божиих, глаголя с псаломником: «Ко всем заповедям твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидях» – Псалом 118. Сердечно желаю тебе сотворить это начало и благополучно достигнуть конца – Начало же всего и конец — триединый Бог, Ему же слава и держава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Письмо 315. Не должно усложнять путь монашеский. Как я писал тебе, что ты единственный путь монашеский, разветвляешь на многие стези, так ты мне и написала в письме своем, вскоре после моего полученном, в котором говоришь, Я не знаю и недоумеваю, каким я иду путем, путем ли молитвенным, но не вижу его? Путем ли послушания и отсечения своей воли, и это незаметно путем ли безмолвия в уединении, но сестра и келейница мне мешают. И еще каких-то путей, два или более насчитала, забывая, что путь монашеский один, а все остальное — его принадлежности для монаха, как апостол говорит. «Облицитеся во вся оружие Божие, яко возмощи вам стати противу дьявольским», и прочее. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 11. А если кто захотел довольствоваться одним только оружием, тем или другим, оставляя прочие, такой уподобился бы человеку, который вместо правильного хождения прыгает то на одной, то на другой ноге, а когда устанет, ложится совсем и пыхтит. И видя, что неудобно такое прыганье, придумывает, нельзя ли ползти на руках и волочить ноги. Само собой, разумеется, и такое ползание неудобно, а только без толку утомляет. Тогда такой чудотворец взывает, недоумеваю, как после этого ходить. На что ему просто отвечают, ходи обеими ногами, делай обеими руками, Смотри обоими глазами, слушай обоими ушами, И не придумывай прыгать на одной ноге или ходить на руках, то и не будешь без толку утомляться и избежишь нерассудных недоумений. В записках отца игумена Антония нашелся листок на котором написано двенадцать добрых друзей монаха и всякого христианина. Первый – правда, от смерти избавляет. Второй – чистота, к Богу присвояет. Третий – молитва с постом, с Богом соединяет. Четвертый – любовь, и где же любовь, тут и Бог пребывает. Пятый – смирение с благодарением, его же сам сатана трепещет. Шестой – рассуждение, выше всех добродетелей. Седьмой – послушание, святое дело и скорый путь к спасению. Восьмой – воздержание, ему же несть не заповеди. Девятый – труды, телу честь и душе спасение. Десятый – покаяние, самая радость Богу и ангелам. Одиннадцатый – неосуждение, без труда спасение. Двенадцатый – милость, самого Бога дела Всякий монах, если хочет быть истинным монахом, должен по силе своей облекаться во все сии оружия духовной, держась каждого в свое время, по потребности, смотря по мере своего устроения и силы телесной и душевной, а не так, чтобы избирать, какое вздумается, а другие оставлять, когда в них бывает существенная потребность. Главное, всякому должно иметь, по слову Лесточника, самопознание, то есть знать свои силы телесные и недуги душевные, чтобы нерассудно не употреблять первых и не усиливать последних. Считаю уместным приложить ответ Варсануфия Великого о ложном умилении. Вопрос 391 многократно случается, что мне приходит на память страх Божий, и, вспомнив сутоны, я тотчас умиляюсь. Как я должен принимать память о сём? Ответ. Когда сие приходит тебе на память, то есть когда почувствуешь умиление о том, в чем согрешил ты в ведении и неведении, то будь внимателен, как бы Сие не произошло по действию дьявольскому на большее осуждение. А если спросишь, как распознать истинную память от приходящей по действию дьявольскому, то выслушай. Когда придет тебе таковая память, и ты стараешься делами показать исправление, то это есть истинная память, через которую прощаются грехи. А когда видишь, что, вспомнив страх Божий и суд, умиляешься, и потом снова впадаешь в те же или худшие грехи, то да будет тебе известно, что такое припоминание от сопротивного, и что демоны влагают в тебя оное к осуждению души твоей. Вот тебе два ясных пути. Итак, если желаешь бояться осуждения, бегай дел его а Г, чтобы вам там поселиться, выбрось из головы. И напрасно вы об этом беспокоили брата, не спросившись. Как можно монахам жить в деревне? Бог даст, будут у вас средства и для прожития в монастыре. Лишь должно заботиться о монашеском смирении и монашеском исправлении по силе также неправильно недоумение твое, или вернее мнение. Не полезнее ли жить вам с сестрой порознь, или не лучше ли для вас будет продать келью? Все такие мнения и недоумения должно оставить без всяких размышлений и жить пока с сестрою, как жили, предаваясь воле Божией и всегда помня совет апостола. «Друг друга тяготы носите, «И так исполните закон Христов». Послание к Галатам, глава 6, стих 2. Жить совершенно безмолвно, без всяких попечений, нисколько не заботясь ни о келейных, ни о других потребностях. Дело выше нашей меры, когда видим, что прежние отцы и совершенные заботились о пище своей каждый по своей мере, Хотя и мало заботились, и бесстрастно, но заботились. Кальми Паче нам, немощным и страстным, должно в этом случае смиряться и позаботиться о плоти своей, по слову апостола, питая унию и грея, послание к Ефесинам, глава 5 стих 29. По потребности они прихотливо. Дело окелейных своих рассмотрите сами хорошенько. При оскудении средств, если можете довольствоваться одной келейную, то держите хоть одну. Мир тебе и духове твоему, в мире место Божие. Письмо 316. Самообман в заботе о ближнем. Заботливость твоя об успокоении МН простирается до излишней крайности, и чувство в тебе это смешанное с некоторой тонкою прелестью. Предполагать успокаивать ближнего тогда, когда нас об этом не просят, и, может быть, надобности в этом не будет. Когда же на самом деле придется показать любовь к ближнему, тогда окажутся у нас совсем иные чувства, и язык наш возглаголит совсем не то, что предполагали мы прежде, касательно непрошенного успокоения ближнего. Тогда на самом деле виднее будет, что нужно будет сделать для МН. А что ты с ней увиделась с радостными чувствами? Думаю, что это потому, что ты против нее не совсем права была, и теперь рада случаю, чтобы загладить свою вину. В духовной жизни вещь весьма хорошая, вовремя благоразумно объясниться, вовремя попросить прощения, чтобы и свою душу умиротворить, и другим подать повод к тому же. Не вообще сказано в псалмах, взыщи мира и пожени и. Псалом 33. Письмо 317. Нужно вырывать корень зла самость. Мать, тебе нужно знать и твердо помнить, что в тебе корень всему злу — самость и упрямость, растворяемые завистью и заправляемые обольщением вражи. Поэтому и нужно всячески постараться вырвать этот злой корень смирением и послушанием, подражая самому Господу, который смирился до рабия зрака — и послушлив был до смерти крестной и распятия. Послание к филиппийцам, глава 2, стихи 7 и 8. Господи, благослови начать, Господи, помози, хочешь ибо всем спастися и в разум истины прийти. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 4. Письмо 318. Жизнь вместе и жизнь врозь. В одном письме жалуешься на М.Н., что она ко всему равнодушна. В другом жалуешься на странные ее понятия и что вся тягота падает на тебя одну. Вот когда будешь жить у М.Н., тогда тяготы это разделятся надвое, и каждая из вас будет несть свою тяготу по своим понятиям и по своему равнодушию или неравнодушию. Когда живем вместе, нам кажется все, что другая сторона более виновата, или тем, что вперед лезет и высказывает свои требования, или тем, что будто не входит в дело и молчит, а иногда каким-то непонятным образом как бы стесняет нашу свободу. Когда же придется нам жить порознь, тогда ясно увидим, что каждый из нас сам свою тяготу несет, и сам ее или уменьшает, или увеличивает, и сам дает своему духу или свободу, или стеснение. Не вообще проповедует православная церковь, кижда от своих дел или прославиться, или постыдиться. Может быть, промыслительно так устраивается – чтобы пожить вам с сестрой порознь, для познания каждой своей немощи. О старых келиях смотрите сами, как лучше, так и делайте. На месте это виднее. Письмо 319. Сознание немощи, начало исправления. Сестра Господи, мать Н. Поздравляю тебя с праздником Рождества Христова. И с поздравлением хочу написать тебе и в разумлении, чтобы хотя от теле положило начало самоукорению, как учит святой Авва Дорофей, и перестала обвинять других за свои ошибки, или, вернее, за свое неумение распоряжаться делом как следует. Ты писала, что мать Н странную тебе кажется в своих понятиях и действиях. А мать Н, как предположила, наняла себе уголок и живет по возможному покойно, даже бескелейной. Ты же для своего устроения и успокоения придумывала планов до семи и до сели ни на одном с твердую мыслью не остановилась. Обдумай хорошенько после всех испытаний и исследований предприятий, сделанных тобой, и реши, если находишь более удобным оставаться тебе в своей каменной келии, то живи там хотя с двумя келейными, если не можешь жить с одной. Только живи покойно, познавая из самого опыта, что никого не должна винить за наше неумение распоряжаться делом как следует и как полезно. Сознайся в этом искренно, и тогда не только сделаешь начало исправлению, но будешь получать успокоение по мере сознания своей немощи и по мере самоукорения. Повторяю, испытай это самым делом, искренно, и тогда скажи нам, что почувствует душа твоя. Горе нам с нашим великим самолюбием. Оно как темная завеса, застеняет от нас свет истины и не попущает насладиться нам истинным познанием. Сказано «Царство Божие внутрь нас» Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Мы же, оставляя искание его внутри себя, вращаемся вовне, занимаясь разбором чужих дел и недостатков. От того и плохо идет дело наше, как духовное, так и хозяйственное. Умудряйся и смиряйся. Письмо 320. Нужно учиться самоукорению. Матьян, получаю твои письма, и содержание их меня и удивляет, и приводит в недоумение ты сама сознаешь, что главная причина твоего неустройства душевного – твое самолюбие, а между тем смириться не хочешь. Пишешь «Вижу сама, как работают враги в душе моей», а при всем том доверяешь всяким нелепым вражьим помыслам. В тебе явно обнаруживаются крайности, которые названы от святых отцов бесовскими. А средина во всем называется, или, вернее, почитается царским богоугодным путем. Средины нужно держаться. Любовь твоя к сестре Материен вдруг обратилась в ненависть, когда ты осталась одна. Отчего это так? От того, что теперь тебе не на кого сваливать все вины, за которыми следовали и укоризны а приходится во всем винить себя и самым делом научаться самоукорению, которое в монашеской жизни нужнее всего. Учись, учись самоукорению, тогда без труда успокоишься. К Отцу Н относиться, значит жить по своей воле. Понуться лучше смириться. Церковь не оставляй а ходи на службы и келейное правило совершай. Письмо 321. Не должно препятствовать спасению ближнего. Мать Н. Получаю твои письма и читаю сам, хоть и не без затруднения. Не верь злым внушениям вражием, и касательно писем, и особенно касательно матери Н. Все тебе представляется в извращенном виде. В этом-то и заключается прелесть вражия, от которой да избавит нас Господь. Дай матери Н покойно умереть, чтобы после не терзала тебя за это совесть, и Богу не отвечать бы за нанесенный тобою ей вред душевный под влиянием вражия. Я помню, как ты под таким влиянием не дала ей в оптине ни покойно исповедаться, ни покойно причаститься, а теребила ее пред самую обеднюю. Не поступай подобно сему. Грешно пред Богом и стыдно пред людьми и против совести так поступать. Исправься. По скриптум. А касательно келий, матьян, Живите до тепла, как живете, а там, как Бог устроит. Вперед надолго не следует задумывать и заботиться о внешнем. А вот о чем следует и должно позаботиться всячески, чтобы из самоугодия не мешать спасению ближнего и миру его душевному и успеху духовному. За это отдадим великий ответ Богу, если не будем осторожны. Долг христианский – содействовать спасению ближнего, а не препятствовать. Не должно забывать о юродивых делах и того, за какие страсти они лишились чертога небесного. Письмо 322. Скорби научают терпению, и терпением достигается спасение. Ты спрашиваешь, почему по пострижении надобно понести скорби. И вообще ко всем Господь в Евангелии говорит, «В терпении вашем стяжите души ваши». Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. Кальми паче слова Господни о терпении, приличны давшим обеты особенные для удобного стяжания души своей. Терпению же нельзя научиться без скорбей, как говорит святой апостол Павел. Скорбь терпение соделывает, терпение же искусство, искусство же упование, упование же не посрамит. Послание к римлянам, глава 5, стихи с 3 по 5. И святой Исаак Сирин говорит, «Господь мог бы избавить нас от зла и иным образом, но чтобы научить нас любви, Он предал за нас единородного Сына Своего на страдания и распятие. Из этого можем видеть, что любовь и терпение, которые без смирения не бывают, для нас нужнее всего. Письмо 323. Наставление об отношениях к старцу и о молитвенном правиле. Чадце мое нетолковитое, матен. Удивляюсь тебе немало, как ты при твоем природном уме мало имеешь дельного соображения. После того, что написал тебе отец Н, опять мне пишешь, как бы было хорошо, если бы я дозволил тебе относиться к отцу Н. Прочти опять его письмо и вникни и разбери, что пишет тебе отец Энн. Именно что неудобно иметь двоякое отношение. Писать же к нему я никогда тебе не запрещал, вполне будучи уверен, что он посоветует тебе всегда полезное, как опытный духовный муж. Пишешь еще, чтобы между нами не было посредников. Мне они не нужны, а ты сама их набираешь своими необдуманными, неосновательными действиями. И потом праведно терпишь от них нарекания и укоры, как, например, от матери Эн. Сама ты с ней завела дело то продавая, то отдавая ей в наем своей келей, то опять отказывая, а после на меня сваливаешь вину какого-то небывалого посредничества. Веди себя основательнее, без странных выходок и тогда не будет никаких мнимо посредствующих лиц. Досаждения же разные монах обязан переносить и без поводов с своей стороны, а за то, что давал обеты все скорбное нести. Опять о правиле спрашиваешь. И отец Энн подтвердил мое мнение, что лучше невеликое правило иметь, да постоянно исполнять оно, Нежели много с перерывами совершенного оставления, Напиши сама себе по силам правила, и то, как тебе удобнее исправлять Оне, и пришли мне на рассмотрение. Наконец скажу: пора уже тебе научиться отвергать помыслы неверия. Не всегда же путаться в этом. Письмо 324 о непрерывности четочного правила. Записку и от 8 февраля письмо читал. Да уж вы заметали меня письмами, да длинными. Помози, Господи, по последнему письму исправиться. Правило четочное лучше исправляй по обычному, потому что лучше, когда источник непрестанно течет хоть понемногу, нежели много с перерывами. Письмо 325. -е. Течение благочестивой жизни в покаянии, чистоте и совершенстве. О молитве Иисусовой и об обычном правиле. Сестры о Господе. Письма ваши от 30 марта и 1, 4 и 7 апреля получены. По краткости времени на все ответствую вам словами святого Исаака Сирина, Который в слове 48 говорит, что все течение благочестивой жизни заключается в трех сих в покаянии, в чистоте и совершенстве. Что есть покаяние? Оставите первое, то есть согрешение, и скорбете о них. Что есть чистота? Вкратце, сердце милостиво о всяком созданном естестве. Что есть совершенство? Глубина смирения. Вопрос: Что лучше совершать обычное правило или проходить Иисусову молитву? Ответ: Лучше исполнять и то, и другое. Потому что под правилом жили и не оставляли Онова великие мужи, каков был Антоний Великий и преподобный Засима, видевший Марию египетскую. Стоя в церкви, должно слушать внимательно пение и чтение церковное. И кто может, не должен оставлять при этом и молитвы Иисусовой, особенно когда нехорошо и невнятно слышно чтение церковное. Молитва Иисусова по научению святых отцов прилично, когда человек идет или сидит, или лежит, пьет, ест, беседует или занимается каким рукоделием. Кто может при всем этом произносить молитву Иисусову со смирением, тот не должен оставлять оной. За оставление же укорять себя и каяться со смирением, но не смущаться, потому что смущение, какое бы оно ни было, есть признак тайной гордости – и доказывает неопытность и неискусство человека в прохождении своего дела. Когда кто-либо совершает келейное правило, и среди оного почувствует особенное настроение духа к молитве Иисусовой или к поучению в каком-либо изречении Писания, тогда может оставить на время келейное правило и заняться тем или другим из сказанного. Так научают нас опытные отцы. Письмо 326. Избегай начальствования. Матьян, чатцы двоедушная и храмлющая на обе плесне, презри вражие внушение касательно представляющегося начальства. Ты ведь добровольно избрала благую участь Марии — одобренную самим Господом, зачем же озираешься вспять? Если владыки-архиереи в этом образе слагают себя и начальство, то будет ли сообразно вонам принять начальство, хотя бы стали и предлагать оное? Притом и без всего образа решиться на такое страшное дело весьма опасно, как говорит о сем святой Симеон Новый Богослов – в книге «Двенадцать слов» в слове восьмом. Немедленно прочти это слово в славянском переводе, а после пришлем тебе и в русском. Наконец, подумай, что ты ведь и больна, и слаба. По всем этим причинам презри вражи это искушение и старайся внимать своему спасению. Может быть, и смерть от нас недалеко. Молись и о мне грешном. Письмо 327. Советы об устройстве келей. Сестры о Господе НН, получаю от вас письма, а по ним еще давно не отвечал вам. Скорбите о своей постройке. Что делать? Потерпите и вперед будьте рассудительнее и осмотрительнее и в других делах. Думаю, что вы немного тут наказаны и за непокорность, и за презрение моего грешного совета. Если бы вы приспособили мой план к своему соображению, и потребовали бы так от управляющего, чтобы сруб был приготовлен по предлагаемому плану, тогда бы много было вам легче, и постройка была бы лучше. Хоть теперь послушайте меня. Около самой печи сделайте три двери, чтобы средняя дверь отворялась только с общего согласия. Или среднюю дверь и совсем оставить, тогда келейки будут обе непроходные. Тогда келейки будут обе непроходные, а это большое удобство подаст обеим вам к безмолвному уединению. Никто из вас да не раскаивается, что приняли полное монашество только до конца до да невознерадим, а то силен Господь подать нам своевременную помощь, если постараемся отвергать самонадеянность и призорство и другое прочее неугодное Богу, паче же и богопротивное. Мир вам. Молитвенного правила совсем не оставляйте, а старайтесь исполнять елико-елико возможно. Молитесь и о моей худости. Езжу по дачам, а укрепления большого не чувствуется. Но за все слава Богу, который лучше нашего знает, полезное нам».